Весной, когда снег на крышах начинает таять, особенно важно своевременно проводить очистку. В советском районе коммунальные службы задействовали 23 бригады для того, чтобы убрать снег и наледь с крыш многоквартирных домов. После выпадения осадков мы очищаем весь жилой фонд полностью. Мы уделяем больше внимания, конечно, скатным кровлям. Опасно для жизни жителей. А вот за чистотой своих балконов жители должны следить сами. Контролируют очистку представители администрации города. Объезды внутри дворовых территорий проходят регулярно. Есть закрепленный законодательно норматив. На кровле снежная шапка должна составлять не более 30 сантиметров. Если по результатам объезда мы видим, что кровля очищена не в полном объеме, это приравнивается к невыполненным работам. И также на данную управляющую компанию составляется материал для привлечения к административной ответственности. Как сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Самары, сегодня в целях организации своевременной очистки кровель в Самаре сформировано 111 бригад, а завтра к работе планируют приступить 116. Материал оформляется, направляется как в органы прокуратуры, так и в государственную жилищную инспекцию для того, чтобы те управляющие компании, которые не принимают меры, либо принимают их не своевременно, чтобы они были, собственно, наказаны. В Самаре с начала зимнего периода составили 431 протокол. В перечень нарушений вошли материалы, касающиеся некачественной или несвоевременной очистки придомовых территорий внутри квартальных проездов. Всего на сегодняшний день в госжилинспекцию направили 271 материал, в прокуратуру 392. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Максим Гусев. События.